В общем, мы совершили ошибку, и нам вышел дороже Тирлиджен. Но деньги не значат ничего, а душа значит все, жизнь значит все, вера в Иисуса значит все. Вера в Иисуса. Сочувствуй живым существам. Если твой ребенок проявляет жестокость к муравьям, если ты способен к эмпатии, ты скажи ему, поставь себя на место этого муравья, поставь себя на место этого деревца. И он поставит себя на это место, на всю жизнь запомни. Если ты хочешь стать моей женой, то твой ребенок будет эмпатом, будет идеально, идеальная потенция у него будет. 10 раз в 10 раз сильнее, чем статистика средняя. Потом зубы будут идеально здоровые. Он не будет ходить к стоматологу и тратить деньги огромные на лечение зубов. Глаза будут голубые и глубокие. Потом волосы будут идеально густые и седые к старости. Идеально густые, очень мощно густые. Лысеть не будет. Потом, если девочка родится, то она будет есть при своих подругах все самое жирное и сладкое, а они будут завидовать. Представь. А она не будет толстеть. Потом музыкальные руки скрипача. И он подтверждает это. Потом это... Курение презирать будет. Никогда не будет курить. Не будет преступником, потому что будет видеть пример созидания, искусства всегда, каждый день. Я буду созидать, рисовать. Моя мама будет воспитывать, у нее есть деньги, и она будет воспитывать. И она хочет воспитывать ребенка. Она хочет воспитывать ребенка, моя мама. Мой отец готовит вегетарианские полезные блюдо и полезную еду, и твой ребенок будет идеально здоров. Выходи за меня замуж. Я Александр Аленин, Тихон Мышкин, псевдоним. Я художник, я нарисовал сотни картин. Довольно неплохих, между прочим. Довольно неплохих? Да. Подтверди. Подтверждаю, подписываюсь под каждым словом. Вот. Что еще сказать? Рост, скажи. 1.79 м. Или 1.82 м. У меня в карточке написано 1.79 м, 1.82 м. Ну там. Одно из двух. Я не знаю, короче, примерно между этого. Да, между этим. Ну, короче, нормальный рост. Потом что еще? Смотри. Я гетеронормативен. Твои дети будут. Тебе не придет ребенок и не скажет, что папа я гей, мама я гей. Мы здесь были? Мы здесь были? Мы здесь были? Как там называется точно? Флоксетин. Просто написано на сайте, что у вас есть флоксетин. Блин, а где его купить? Я умираю. Так они ничем не помогут. Они не помогут. Я художник. Мне нужен флоксетин. Я великий художник. Я великий русский художник. Я стану великим русским художником. А если вы издеваетесь надо мной, то я стану военным. Тогда вам не понравится это. Черт возьми, где флоксетин? Даже в Красноярске нету. Ой, другие аптеки посмотрим. Давай, короче, везде посмотрим. У тебя нету мобильного интернета, может там. Красивые волосы. Черт, как мне грустно.
Ох, отяжелели мои глаза. Нету, нету нигде. Ничего нету. Я получаю угрозы, оскорбления, жестокое обращение. Никто не понимает меня. Только один друг появился, и то, возможно, он завтра забудет обо мне. Кто знает, я не ручаюсь. Я не контролирующий человек, я не навязчивый, я не буду навязываться. Если ты забудешь завтра обо мне, я не буду тебе навязываться. Если ты забудешь завтра обо мне, я не буду навязываться. Я просто буду дальше жить. Да, блядь, и слезы. Соберись, и слезы мои будут плакать. Слезы мои будут капать. Ты охренел. Соберись нахуй. Давай, ты охуел. Пошли. Я могу пизды дать в таком состоянии. Не выебывайся. Пизды дам. Я тебе дам пизды, я бородатый, я главный. Ну да, с тобой более мускулы начнем. Да. Я подтягиваюсь больше, чем ты, так что пизды дам. Здравствуйте. У вас есть флокситин? По рецепту. Есть зарубежный любой, ланахер или какой-нибудь? О, можно, пожалуйста. Только один, да. А вы не знаете, где еще есть? Можете узнать, позвонить? На завтра заказать, да. Можем еще одну глянуть. Соседнюю аптеку. Давай закажем здесь, на всякий случай еще глянем. Метаморфу. Ну ты соображаешь лучше. Интерфанс. Можно заказать именно только на эту, на эту точку? Мне закажите, да, и один давайте, ланахер. И подпишите здесь, что на обратной стороне, что у меня в выписали один. Хотя бы один есть, я смогу выжить. Здорово, жопа, что-то. Я не сброшусь. Давай. Каков чертов этот мир? Это все мишура. Все мишура. Если ж только ты, и есть моя девушка, и есть любовь, и есть флокситин, ладно нахер. Карточку вставляю. Кружится голова немножко. Закажите еще 4. Прости, что я как дурак себя веду. Да, не, не бери. Сейчас я позвоню, узнаю, есть такое или нет. Да. Не бери близко к сердцу. Я все равно хочу быть с тобой другом. Но я не навязываюсь, если ты откажешь, я не буду. Я понимаю, что плохо навязываюсь. Один чел меня навязывается. Гей один навязывается. Это вообще молочко. Вообще нельзя заказать. Ну тогда не надо.
Так, оплатил. Спасибо хоть за один. Вы спасли жизнь великого художника. Я, знаешь, чувствую такое расслабление и плывет все немножко. Что он там лечит все? Я чувствую при этом. Я тебя приходить, как будто бы уже. Я выпил-то еще. Ну да, побольше. Я выпил дофига, блин. Я что-то вижу, как будто у меня глаза косели. А может, и меня реально косели. Вот этот взял себе буржуй. Буржуй взял себе машину в кредит. В частном банке. Аж мне пофиг вообще. Пусть хоть что делает. Вот это вот хороший подход. Вот это хороший? Я не пробовал, но мне кажется, должен быть нормальный. Я ни разу не пробовал в Красноярске хорошего шаурмы. Хорошей шаурмы. Вкусненько, но не могу утверждать то, что она хорошая. Наверное, мир гниет за блеском стеклянных витрин. Я приду к власти и изменю этот мир. Сюда. Потому что я говорю правду. Черт, как мне грустно. Я не смогу изменить этот мир. Пионерский аптек здесь должно быть все. Смотри, Ларин сфоткался на рекламе. Ларин. Да нет, Ларин. Это похож на Ларина. Буду тоже показывать Ларин. Ларин, как тебе не стыдно? Ой, простите. Ларин. Постыдно должно. Пошел ты вообще, Ларин. Не работает. Ты вещаешь вдруг, не диск вдруг, значит, не миллион. Диск на миллион. Ну точнее не вдруг, а просто. Напомню. Просто человек, который был на миллион. Я поразитель. Я поразитель. Да поразительно. Особенно если позитив. Да поразительно. Да, спасибо, что ты мой друг. Ну, то есть не друг, а просто хрен знает, ну, кто хочешь. Хрен с горы. Нет, ты можешь кем хочешь быть, можешь не другом, я не навязываюсь. Просто спасибо, что ты со мной сейчас на это время, а дальше я буду в одиночестве, я смирюсь с этим. Здравствуйте. У вас продается флоксетин ланнахер или зарубежный бюджет? По респекту. Это отечественный заработок? Отечественный? Пожалуйста, а сколько стоит? А тиролиджан сколько стоит? Пятьдесят таблет? Ну, вы не знаете, где продается флуоксетин ланнахер? Давай звонить. Как тут позвонить? Код какой? Да, говори. Я бы сказал, что она красивая, но она слишком высокая для меня. Еще она просто похожа на мою маму чем-то. А мама на меня все время орет. Такое бывает. Я в такие моменты начинаю орать в обратную. Не, я не ору, я больше не ору, я просто молчу и говорю: слушаюсь, сэр, слушаюсь, хай Гитлер. Неплохо тоже вариант. Я говорю бабушке: командуй мной, командуй, давай мне приказания. Она не дает приказания. Но когда я не говорю, она дает приказания. Давай. Так, куда нужно звонить? Просто набрать вот этот вот, на написано, я так понимаю. Давай, набираем. Что, готов? Набираем, готов.